Йоу-йоу, как меня слышно? Слышно, видно. Смотрите, там есть чатик такой внизу, в панельке. Вот, можно еще там общаться. Я сейчас расскажу, как мы в Zoom будем встречаться. Опа, Равиль что-то пишет. Так, так, так. Так, все, Мишань, сейчас в дом заходим уже сейчас. О, привет. Сейчас мы дойдем до дома. Мы уже рядышком сейчас. Просто выбежали. Ты через телефон, да? Не через Wi-Fi? Телефон. Все нормально, да? Вроде меня видно. Да, я тебя вообще четко вижу, слышу. Ребятам надо сейчас объяснить. Они потихоньку заходят. Только смотрю, три человека. Катерина, Елена и Илья. Елена, которая сейчас на Сахалине, судя по всему. Почему их не видно? Смотрите, ребят, я вам сейчас объясню. У вас слева внизу есть кнопка такой с микрофончиком и стоп-аудио-видео с камерой. Вот, вы можете включить свою камеру, тогда мы вас будем видеть. Потом... Внизу у вас есть также опции различные, в том числе чат. Вот, справа. Если вы на чат нажимаете, то справа открывается чат. Вы видите его? Я не понимаю, почему. И самое главное, чтобы вам что-то сказать, вам надо нажать там на микрофончик. У себя. Равиль, ты же нажимал сейчас на микрофончике? Я все нажимал, и на микрофончик, и на камеру. Да, вот протестируйте вообще, как у вас работает. Мы сейчас все, самая главная наша задача попробовать эту программу, потому что основные встречи для обсуждения у нас будут в ней. Это такая у нас конференц-комната, в которой мы будем вещать. Ну, в любом случае, запись это будет. Вы сможете пересмотреть еще раз по правилам, где, чего, как. Сколько у вас, Равиль, сейчас? 12:04. Оп, да. А меня слышно? О, кто-то пробивается. Это Антон Алимов. Меня слышно хорошо? Да, тебя слышно. Очень громко. Ты прям в микрофон. Да? Ну все, тогда я делаю подальше. Подальше, да. А попробуй видео, Антон, включи. Видео видишь слева внизу? Да, вот он я. Да. Чётенько. И вот, все. Все начинают появляться. Смотрите, программа устроена таким образом, что когда кто-то вещает, он появляется на основном экране. Вправо вверху вы видите Gallery View, то есть вы можете сделать full screen просто на человека, ну, на того, кто вещает, либо сделать несколько видов, чтобы всех было видно, либо Speaker View, либо gallery view. Короче, это либо галерея, либо спикер. Попробуйте вот, ну, покликать туда-сюда. Антон тут это... Все да, свои... Изучаю. Уже все. Я что-то не могу найти. А где... Где нужно нажать, чтобы всех видеть? Что-то я не могу найти. Еще раз. Ты с компьютера или с телефона? Нет, я с телефона.
Тогда попробуй. Должна быть опция, как пит-машина такая, там несколько квадратиков. Вот, несколько квадратиков. Просто я вот, у меня внизу это звук, видео, совместное использование, угу. Участники и подробнее. Ты попробуй сторону, короче, смахни, и там появится эта галерея. О, супер, о, ништяк вообще. Вот. Спасибо. Всем привет. Всех вижу. Попробуйте все поюзать, Илья, Катя, другой Илья. Нас сейчас здесь, вот. Нас сейчас здесь уже, сейчас я сосчитаю, 7 человек со мной и Равилем. Ну, то есть 5. Явка довольно-таки печальная, вот. Хотя много раз писали. Вот мы об этом сейчас тоже поговорим. Катя, привет. Привет, меня слышно? Да, слышно. Да. Все слышно. Если кого-то не слышно, микрофончик включаете. Вот Илью я сейчас включу, раз, и он что-нибудь скажет нам, Дубков, который... Оп. Да, сразу, да, привет. Ой, Илью слышно. Отлично. Илья Романов, где ты? Давайте еще, я не знаю, минуты 3-4 все потестят, попробуют и дождемся кого-нибудь. В любом случае, эта запись будет, мы ее закинем курсу, чтобы вы смогли тестировать и пробовать дальнейшие как бы действия. Но сейчас у нас такая задача будет, те, кто пришел, все-таки... Это клево. Вы самые молодцы, самые ответственные ребята. Вот. И мы сейчас начнем знакомиться. Вы нас уже знаете, а мы вас знаем только пока по табличке. Равилю я еще табличку не кидал, он там в активном отдыхе. Вот, но я скину. Равиль, я сделал табличку, ребята там вписывали все свои, точку А, точку Б, где они сейчас, какое у них оборудование. Я тебе эту ссылку скину, а позже посмотришь. Ребят, еще по звуку попрошу, смотрите, у кого там дополнительные звуки, постарайтесь как бы их ограничить. Да. Да, то, ну, потому что так комфортнее просто всем будет. Я вот уединился в суперском аутентичном месте. Я покажу вам. Короче, вот такая штука. Класс. Вообще, это у нас тут есть владелец виллы, вот, и он разрешает здесь русским ребятам проводить онлайн всякие встречи, вебинары и прочее. Вот, и здесь как бы отлично, народ вообще проводит время. Давайте мы начнем, наверное, так как у нас Антон самый первый подключился. Давай еще раз, можно по табличке, можно в свободной форме о себе. Вот, где ты, что ты, как ты и вообще какие... у тебя задачи, планы, на какой системе, и еще раз, для всех, немножко познакомимся. Еще раз со всем, да, познакомим тебя со всеми, я понял. Да. Ну, как я уже писал в описании, мне 21 год, пишу я музыку где-то с года 2012-13, получалось у меня, попытки у меня разные были создания треков, то есть я вообще с детства тяготел к клубной музыке и хотел стать диджеем. Вот, но так получилось, что именно к диджейству... Подвис непосредственно, чуть-чуть. Развивался, и больше, тем больше я понимал, что мне нужна там звуковая карта, нужны наушники хорошие, нужен мощный комп. И вот я сейчас нахожусь на такой... штуки, я уже чего-то добился, какие-то треки я, как раз я их и продаю. Вот для меня самое выгодное сейчас, как я писал, Ghost Production. То есть писать музыку та, которая мне нравится,
отправлять ее на сайт и получать за это очень хорошие деньги. То есть вот я один трек свой продал на сервис, и после его релиза, когда он появится на Beatport, iTunes и прочие платные сервисы и магазины, я буду иметь 70% с продаж. То есть, ну я, конечно, не знаю, какой это артист есть, но это все контролируется менеджером, и на PayPal мне будут приходить средства. Для меня, в первую очередь, как бы важно, ну, я хочу сказать, музыка, которая мне нравится, вот, и чтобы она монетизировалась. То есть я как бы стою на этой точке. Но сюда я пришел для того, чтобы освоить, не уметь писать не только, например, клубную музыку, да, как хоть я и указал стили, вот, которых я писал, а научиться создавать дэнс-поп, я выделил именно эту часть, то есть радиотреки какие-то. Например, также меня просят тоже знакомую музыку написать, а я не могу написать, потому что я умею писать, например, одно время умел писать только бигру, и все. И я такой, а как писать? Ну, то есть аранжировку придумать, вот это. И сведение было тоже недостаточно хорошим. Вот, и сюда я пришел, соответственно, тоже вот сведение и аранжировка, знания эти улучшить, и уже наконец-то поставить точки на этих двух, кто-то там музицирует на фоне. Спасибо. Вот. В общем, потянуть знания, сведение, аранжировку, укрепить их правильно, профессионально, как точно, как нужно правильно делать, и освоить мастеринг, потому что свои треки я не мастер, я это делать не умею. Вот, но так или иначе, вот незнание мне все равно позволяет как бы зарабатывать, и это хорошо, я считаю. Но я хочу, вот как я написал, хочу стать профессионалом в этой области и уже укрепить свои знания и двигаться в правильном направлении, а не гадать, как мне нужно что-то обрабатывать. Ну, в общем, как-то вот так. Круто вообще. Равиля очень плохо слышу. Погромче, Равиль, скажи по микрофону. Сервис какой? Сервис, который, где продаются треки? Ну, куда ты вот говоришь, я выложил. А, это EDM Ghost Production сайт. ВКонтакте есть менеджер. Это компания из Голландии. То есть я отправляю на SoundCloud, ссылку на SoundCloud им трек. Они его одобривают и присылают мне договор в формате PDF, где указывается стоимость, которую я получу, и стоимость, которая будет на сайте. После этого я отправляю, получается, все MIDI-дорожки, там, стемы, WAV-мастер, WAV-ноу-мастер, MP3, радиоверсию, вокальную версию, если она есть. Короче, все им отправляю, и они это как бы закидывают на сайт. И вот у меня купили один трек, правда, спустя полгода, но все-таки купили. Вот. И я после этого загорелся, я начал очень много этих треков. Ну, не то, что очень много треков писать, а начал больше этому времени уделять. И как раз я увидел этот вебинар, я такой думаю, ну все, трек купили, значит, по-любому мне надо будет купить. Это я тогда смотрел создание дропа от Дэвида Гетты. Mm-hmm. Вот, я такой думаю, блин, 11 тысяч, думаю, нет, это совсем, ну, я почему не купил профи и VIP, потому что там, ну, как бы, я не совсем ноль, я уже что-то знаю, и мне вполне достаточно будет стандарта, да, потому что знания, навыки у меня уже... Да, как бы я могу, ну, да, я знаю примерно, как бы, вот, что и как происходит, поэтому, вот, ну, то есть, я вот отправил, получается, я все им отправляю. И мне менеджер пишет там, ваш трек опубликован. И также пишет, трек продан, например. И он там как бы... Пропало. В 2018 году еще был шлидень. Ну, то есть, последние годы, то, что я музыку пишу, а монетизировать это не могу. И прям хорошо монетизировать у меня получается на госпродакшн. Потому что я не иду против своей воли, пишу музыку та, которая мне нравится, и на ней же зарабатываю. Для меня вот это важно. То есть не, как бы из себя специально что-то выдавать, вот специально, вот, говорят, напиши там, ну, минусовку к песне. Тяжело получается, потому что, ну, не знаешь, как это вот именно все. И получается и музыку придумать, и аранжировку придумать, и обработать, и все, это очень сложно. А если музыку ты от души написал, сел, посидел, в звуке поискал, то так классно. Еще если на этом заработать, то вообще здорово. Поэтому вот так. Такой я человек.
Красавчик. А секрет, сколько это все тебе приносит? Я продал, в общем, треки на этом сервисе имеют стоимость от 199 долларов до 749, по-моему. Или, да, 799 долларов. Вот, там так получается. Я продал вот трек за 10 тысяч рублей, причем он уже упал в цене, он изначально стоил 500 евро, по-моему, тогда еще курс на курсовой евро был, вот он упал, и он стал стоить 199 евро. И после того, как его купили, я получил 139, а платформа себе забрала, получается, сколько, 60. И после релиза, когда его релизнут, я все контролю этот момент, потому что я хочу услышать трек, вот, который как обработанный, который готовый. Mm-hmm. Я буду получать 70% всего продаж вот на всех платных сервисах. И это все будет контролироваться менеджером, который, ну, то есть на PayPal будут приходить средства. Ну, я сумел вот добавить, который я прикрепил, вот эти два трека, они все. Вот сегодня ночью мне тоже написали второй трек в стиле Future House, его тоже добавили. И его оценили дорого, и сейчас он стоит 549 долларов. А я после его продажи получу 384 доллара. И также, если с проектом, то на 50 долларов больше еще. Ну, то есть я в FL Studio сейчас пишу. Вот, Studio One мне интересно, хочется мне уже перейти. Я обрадовался, думал, наконец-то я поменяю и правильно начну применять новые знания. То есть, ну, как это делают профессионалы? Поэтому я написал, что хочу профессионально уже начать этим делом всем заниматься. А, ну да, и учусь я на звукорежиссер еще на концерте. Поэтому с музыкой вся идет моя жизнь, и я хочу стать профессионалом, ну вот, как я уже говорил, вот так. Ну, круто, вообще красавчик, ребят, вообще вот прям первое вам и вдохновляетесь, вон уже человек зарабатывает. Профессионально, на самом деле, это значит, что когда ты просто уже зарабатываешь музыку, по сути, ты уже, ну, по большому счету, на пути к профессионализму. Вот. Но в любом случае у каждого свой путь. Кто-то хочет реализоваться творчески, создать что-то, а кто-то хочет уже зарабатывать. И, скорее всего, это просто путь перехода между творчеством и заработком. Да, Равиль? Вот. Это суперский у тебя опыт. Но если тебе... Короче, мы в индивидуальном порядке обсудим, если тебе там вдруг понадобится переход и обратная связь, потому что у нас там будут интересные штуки в дальнейшем происходить совместные. Вот, ну, как бы, посмотрим. Давайте теперь... Супер, супер. Кто у нас следующий, заходил? Елена. У Елены просто сейчас... Елена, ты на связи? Какая я Елена или другая Елена? Да, которая. Которая iPhone. Которая... Ее зовут. Я, наверное, которая едет в машине. Да, ну давай, раз у тебя ты первая начала, давай расскажи о себе, что у тебя сейчас, что ты хочешь от музыки, от проекта и какие интересы, в каком ключе двигаешься. А вы меня видите? Вообще, да, мы тебя видим. Видим. Отлично, отлично тебя. Отлично, да. Видим. То светлее, то темнее. Да, ну вот мы как раз с моей коллегой, извините, тут есть еще один человек в присутствии. Вот. Mm-hmm. Это моя коллега. Да, это значит, мы едем просто с репетицией как раз с ней. Вот, это мы представляем один из моих проектов, который называется «Молстая семья». Это так, соответственно, что я, значит, хочу, где я? Ну, как я писала, я уже там достаточно немолодой человек. Вот, мне за... Вот, в детстве у меня особо не получилось с этим подружиться. Вот, и я уже начала в абсолютно сознательном возрасте, после 25 лет. Я попала в вокальную студию в Москве, ну, я из Москвы, вот, и, соответственно, вот, сначала мы просто пели, потом мы стали заниматься актерским мастерством, там стали заниматься джазовой гармонией, вот, ну, на занятиях, вот, и в какой-то момент, как я писала, я поняла, что, в общем-то, просто петь песни, это интересно для меня, тем более, ну, как мне кажется, это не очень хорошо получается.
Вот, и я как-то мне захотелось писать собственную песню. Вот, и я пишу достаточно медленно, это нужно для меня просто мгновение, просто так сесть и писать у меня не получается, у меня это просто, ну, вот, приходит когда-то само. Вот, и как-то вот дальше я пытаюсь реализовать. То есть приходит только какая-то начальная там строчка, а дальше уже, конечно, приходится стараться из себя выжимать, чтобы дальше. Вот. И, соответственно, поскольку я не имею высшего образования, мне приходится это все, все мои задумки нести к композитору, например, или, ну, понятно, идти там куда-то на студию, чтобы мне сделали аранжировку, какой-то там минус, ну, минус, понятно, вот, чтобы как-то песню реализовать. И вообще меня, конечно, больше всего привлекает, ну, для меня интересен больше всего сам процесс создания, вот, ну, как-то подумка, как там у меня все это раскрутилось, как я что-то придумываю, как я потом с кем-то это реализую, вот. Чем, ну, дальнейшая, как бы, судьба меня уже, наверное, меньше волнует. Вот, хотя вот наш проект с Леной, который у меня тут рядом, он нацелен как раз на исполнение авторских песен, потому что он тоже является автором песен, вот. И мы пытаемся их, ну, не просто, даже вот мы сейчас готовим не просто мы хотим сделать спектакль музыкальный, вот, то есть так все достаточно с привлечением режиссеров, вот, чтобы, ну, тоже, потому что кому нужны там концерты, концерты каверов, там, концерты даже авторской музыки, это нужно, ну, нужно искать свою аудиторию, вот, и нам показалось, что, наверное, путем показа именно спектакля мы сможем как-то к аудитории больше приблизиться, вот. Ну и, соответственно, раз уж я занимаюсь написанием какой-то там музыки, стихов, то мне, у меня была уже, возникла эта идея где-то порядка года назад, что я хочу как-то, наверное, пробовать и сама в каких-то там вот этих вот ну, программах что-то делать, потому что, ну, наверное, к этому как-то все приходят, кто подобным занимается. Вот, ну и, соответственно, почему электронная музыка? Ну вот, как я посмотрела, получается, что она такая, как конструкция, то есть ты берешь какие-то сэмплы в основном, что-то там конструируешь, что-то собираешь, то есть особых композиторских навыков, ну, на данном этапе, в общем-то, не требуется. Ну, это на мой личный взгляд, может, на наш личный. Вот, но, по крайней мере, там какое-то симфоническое произведение записать, ну, создать я не смогу, то есть это немножко другое. Вот. Вот такие вот у меня дела. Супер, супер. У тебя очень тоже оригинальное ну, такое выражение в музыке. Я думаю, это будет иметь место быть, театральный или мюзикл, такое отличное направление для развития музыкальной, ну, среде. Вот. У нас таких еще как бы людей не было, да? Ну, ну да, и просто на самом деле, поскольку мы долго, вот я уже 6 лет занималась, да, до этого в студии, и просто приходишь к осознанию того, что уже все не оригинально, уже все было, все это достаточно, вообще музыкальных людей очень много, и чем-то выделиться в этой среде, что-то там как-то создать оригинальное, очень-очень сложно, вот, но тем не менее нужно к этому стремиться, и мы поэтому как-то вот идем в таком пути. Хотя у меня есть еще один проект, и мы там просто поем песни на идиш. Вот. Это достаточно востребовано, потому что у нас есть большая еврейская. Да, это даже не диаспора, а просто часть населения, которая очень любит праздновать там свои праздники и все такое. И они пытаются быть ближе к корням, и они вот эту еврейскую музыку слушают, заказывают. И мы с подружкой, с другой, поем песни на идиш. Вот, вот такая еще интересная. Нормальная тема аранжировки к ним написать. А это может быть, но это уже тоже другой этап, потому что люди привыкли к чему-то определенному,
скажем так. Ну вот мы конкретно на Идиш, это просто мы перепеваем песни сестер Берри, вот, давным-давно, дуэт американский с такими европейскими, даже русскими корнями, и вообще евреи сами по себе по национальности. Вот, и все помнят их песни вот именно такими, как они есть, и хотят слышать их такими, ну вот если брать идиш. Если двигаться в иврит, то там, наверное, да, там как бы ну, делать, но пока что на иврит еще как бы дошли до этого, это уже совсем ну, другое. Все новое — это хорошо забытое старое с небольшой добавленной изюминкой, поэтому, ну, как пища для... там, мозга, для размышлений, можно попробовать в этом направлении двигаться. Можно. Если да. есть... Хочется навыки, но пока точно тебя... Равиль, вас очень плохо слышит. Что, пропадаешь чуть-чуть, Равиль. Мне, наверное, все-таки, так как у меня здесь не сняли дом, ну, вообще нет Wi-Fi, и я просто... Поэтому давайте я буду больше слушать вас, чем... Так, кто у нас следующий? Ну, давайте я просто доскажу, то есть, ну, то есть, опять же, про создание там с кем-то, чего-то. Мне тоже, мне проще написать свое какое-то произведение, не на заказ, вот, и пытаться его как-то продать, потому что, ну, по-другому я пока не умею. Я могу только... ловить свое вдохновение, как-то вот им руководствовать, что-то делать. Но, тем не менее, то, что у меня получается, в общем, наверное, вызывает у людей резонанс, и люди считают мои композиции очень даже ну, интересными. Она пишет очень крутые песни, и если можно, просто два слова, правда крутые, не потому что я ее подружка, а потому что это я видела реакцию людей, и у нее классный музыкальный вкус, ей правда не хватает инструмента, типа, ну, которым она свои идеи сможет реализовывать. Поэтому вот мне кажется, что это прям правильная тема, то, что она пошла на подобный курс, потому что можно... Не... Мы сейчас платим сессионным музыкантам бешеные деньги за любое выступление. Электронная музыка лишает необходимости каждый раз за это платить, можно там как-то экспериментировать потом со всякими техническими штуками, да, которые там, дядя Федя, помнит, был. Да. Вот. В общем, как бы я тоже в этом много чего правильного вижу, и у Лены очень классные и тексты, и гармонии, сложные, хорошие, цепляющие, ну, попсовые в хорошем смысле, поэтому вот, это все, что я хотела сказать. Да, ну, в общем... Клево. Да, ну, в общем, Лена имела в дяде Феде это лупер, на самом деле. Да. Но это, да, интересная очень штука, с которой прикольно было бы научиться общаться. Вот. Ну, когда человек-оркестр, он там себе что-то набитбоксил, наделал, записал, и очень классно. Ну, то есть можно одному с этой штукой выступать, в общем, вообще в одно лицо, и будет очень прикольно. Это уже лайф, это немножко другая история. Мы все-таки здесь делаем упор на упаковку уже твоей идеи в готовую аранжировку, и чтобы она звучала как минус прежде всего. Допустим, ну, как вариант, там, можно делать минус и к нему добавлять уже для выступлений живые инструменты. Но не всех сессионщиков, там скелет, основные пэды ты прописал, а дальше как бы добавляешь музыкантов. Ну, в общем, супер, вообще у тебя отличное направление, отличное уже... ну, бэкграунд суперский. Мы вообще в этом потоке народ собрался, на самом деле, с большим бэкграундом, чем в предыдущем. Вот, это прикольно, это как бы... Мы хоть и называемся хитмейкер с нуля, но ноль, наверное, это та точка, в которой мы сейчас, это тот уже бэкграунд, тот накопленный жизненный и музыкальный опыт, который в нас есть. Вот мы это, скорее всего, имели в виду. Вот, так, вот у нас как бы Лена появилась, давайте. Да. У тебя просто 4 утра, я... Да, у меня уже 4:30, я же так потихонечку засыпаю. Да, ты еще расскажи, да, о себе. Давайте я коротенько, да, расскажу о себе. Я вообще Сахалина, издалека, 4:30, кто не слышал.
Вот, жила я в Красноярске, но сейчас я у родителей отдыхаю, приехала на Новый год и задержалась чуть-чуть. Вот, с музыкой я давно довольно-таки связана, с детства, то есть там музыкалка, все как положено, и я до самого там конца школы я занималась музыкой, я участвовала там в коллективах, мы ездили по фестивалям, пели, танцевали и так далее. Но как-то в институте немножечко эта история подстерлась, ну, то есть я перестала петь, ну, хотя нет, один раз я в поп-битве участвовала. Вот, но так получилось, что я как-то стала замечать, что я свои эмоции любые, которые у меня вообще есть, я стала их перекладывать на музыку, на стихи, и как-то стали рождаться песни. Но как-то серьезно к этому не относилась, то есть они были и были, они были там в тетрадках и, грубо говоря, на клавишах, на диктофоне и все. Но сейчас я понимаю, что у меня накопилось очень много материала, и я думаю, что есть очень даже неплохие песни, то есть я их показывала там своим знакомым, своему окружению, и они говорят, что «Лена, давай уже покажи это все». Вот. И, собственно, сейчас у меня реально появилось желание, что я хочу показать то, что я делаю людям, и мне интересен формат, я хотела, не знаю, может, кто-то знает Ираду Хаид, которая в Инстаграм выкладывает какие-то свои ролики с песнями и так далее. И вот я бы хотела также попробовать, то есть мне интересно выкладывать и посмотреть реакцию людей, вообще какой-то такой прямой контакт. Вот. На данном моменте моя точка такая, это я могу сыграть на пианино, то есть такая инструментальная версия, я могу записать ее в программу, но, к сожалению, как-то упаковать свою идею я пока не могу, то есть сделать аранжировку, да, чтобы, например, или там минусовку, чтобы предложить кому-то песню или там отправить ее и так далее послушать. То есть у меня пока такой исключительно пианино и мой голос. Это пока то, что я могу сделать. Ну вот я надеюсь, что вот буквально через пару дней все-таки, может быть, даже завтра я добью и выложу на обозрение, скажем так, всем в Инстаграм свою первую работу. Ну не первую, а ту, которую я сейчас решила все-таки выложить. Под клавиши? Да, но я записала ее в программу, то есть потому что я пробовала петь и играть, но это сложновато. Ошибся, и все, и как бы... Поэтому я записала, да, и я хочу выложить, вот, спеть ее. А, собственно, есть у меня песни, которые я, например, вот понимаю, что они подходят какому-то артисту, то есть они реально были бы ему подходящими, и ее можно было как-то и предложить какому-то человеку, но для этого, опять же, нужно научиться эту идею как-то упаковывать, чтобы ее красиво преподнести, и чтобы, в принципе, была слышна сама эта идея, что я задумала. Вот. Ну как-то, если коротко, то как-то так. Клево, клево. Я просто сразу хочу добавить, это, ну, у всех музыкантов такое есть, типа, ты, наверное, идеалистка, во-первых. Ну, то да, есть, я такая синдром отличницы у меня, да. Я всегда записываю, мне не нравится. Это на самом деле, ну, с одной стороны, очень круто, с другой стороны, мешает тебе, если действительно ты хочешь развиваться в творчестве, двигаться. Потому что вот даже здесь, мы здесь на закрытии, знаете такое, бизнес-молодость, может, кто-то слышал, там, Петя Осип. Да, да. Вот. Его потянуло, короче, в музыку. И он, у него девушка есть, и она поет вообще никак. Вот, она мимо нот поет, там, голос у нее, тембр такой, ну, нормальный, как бы. Но она мимо нот поет, он мимо нот играет, но они такую энергию дают, что все скакали просто. Мы сколотили группу за 15 минут. Я стоял на пэдах, на битмашине наигрывал, вот, и шейкером делал. Ну, попозже видео, может, смонтируют, но по звуку там... Мы со звуком лоханулись, не записали. Бас, гитара и еще один парень на клавишах и девочка на бэк-вокале. И так мы раскачали все это. Вот. А там мимо нот просто орали все вот так вот. И, ну, я к чему это все говорю? К тому, что иногда стоит на суд представить, может быть, какие-то свои неидеальные версии композиции. Ну, и как бы я там поясню, что к продюсерам зачастую приходят люди с песнями просто под клавиши или просто под гитару. То есть песня, вот, ты ее,
если ты действительно как бы на это заточена, это очень клево, потому что вот как сказал, как выступал в начале Антон, я говорю, для меня я даже не знаю, с чего писать, а треки и DM уже вот на госпродакшн продает. То есть вот именно вот соединение как бы песни и аранжировки, и рождаются какие-то интересные совместные работы. Мы как бы все-таки хотим, ну, чуть в будущем, даже несмотря на то, что мы каждый индивидуально будем прокачиваться, но какие-то вот объединения создавать, которые в симбиозе будут давать готовый какой-то классный продукт. Вот. Так что я, типа, чуть-чуть тебя подпнуть хочу, чтобы ты немножко... Нет, я прям 100% говорю, вот буквально на днях, да, я выложу 100%. Давай. Просто у меня все как-то то одно, то десятое, но вот выложу, и как раз вы мне скажете, что да как. Да, конечно. Хитмейкер поток 2. Сейчас я хэштег напишу, если что-то выкладываете. Ну, это я еще чуть-чуть попозже в программе курса, как у нас все будет двигаться. Ну так, пока напишу в чат этот хэштег, то где этот хэштег ставит. В общем, напишу чуть попозже. Спасибо, Лена. Вот, если у тебя есть силы, слушай нас дальше. В любом случае запись будет. Если нет сил, можешь отсоединяться. В общем, на связи, и давай выкладывай уже первый свой. Обязательно выложу. Будем заценивать. Да. Продолжим по девушкам. У нас 4 девушки, еще Эльвира со студии Milk Music, но она почему-то решила заигнорировать нашу сегодняшнюю встречу. Сейчас пишу еще. Равиль, почему Эльвиры нет? В том, что я с ней не на связи. Я вот у тебя спрашивал, если она или нет, нельзя слышать. Да, слышно. Я с ней вообще не на связи. Понятно. Я и напишу тогда. Ну, в общем, в любом случае запись будет. Эльвира — это звукорежиссер на студии Milk Music. Она тоже с нами в потоке. Она тоже хочет изучать аранжировку. Очень загруженная девушка. У нее и маркетинг направление, и вот звукорежиссура. Ну, в общем, она пишет вокалистов и артистов на студии Milk Music, вот где Равиль занимается аранжировками непосредственно. Вот, это немножко о ней. Она попозже, возможно, присоединится, возможно, в записи посмотрит. Итак, переходим к Екатерине. Екатерина, расскажи про себя, расскажи, где ты сейчас и чего хочешь. Привет всем, меня слышно? Да, слышно, супер. Ну, я достаточно давно музыкой занимаюсь, пишу песни, пишу инструментальные треки. Mm-hmm. Есть несколько альбомов, они в разных жанрах. Ну, я при помощи сессионных музыкантов писала, аранжировщиков. Есть инструментальная музыка, есть песенный альбом. Вот. Основная задача — перейти от уровня демо-версии уже к готовому продукту. То есть я сама пишу демки, в основном это музыка и тексты. Вот. Но могу прописывать какие-то инструменты отдельные, вокал сама пою. А все остальное хотелось бы, ну, очень сильно потянуть, чтобы полностью уже писать песню под ключ. Mm-hmm. Вот. Ну и хотелось бы в инструментальных жанрах тоже, может быть, музыка для кино в том числе что-то делать. Ну, то есть на профессиональном уровне сейчас пока это все только демо-версия. Угу. Если я правильно помню, ты с нами Инстаграм еще выходила. Да, это был первый поток, я пыталась там что-то, у меня, ну, не получилось по деньгам, вот, поэтому я сейчас наконец-то с вами очень рада. Клево. А демо-версии это у тебя в каком исполнении? Под клавиши просто? Или ты уже чего-то добавляешь, там пытаешься? У меня демо-версии есть под клавиши, я могу добавить MIDI, ну, в любом написать виде. Mm-hmm. Ну, MIDI-файл, там всякие старые синтезаторы, сэмплы, это я могу. Но нет,
ну, как бы качественно аранжировать, как это я не умею, не умею делать сведения, ну, все, что это нужно для полноценного трека, чтобы его можно было кому-то предложить. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть вот таким образом пока. Ну, клево, клево. Здесь тебе, скорее всего, конечно, потребуется больше обратной связи, потому что технически, как бы, этот вопрос такой непростой. Ну, посмотрим, что мы с этим сможем сделать. Сейчас, как бы, главное сделать упор на установки, потому что установки такая тема. Мы через них все пройдем. И, скажем так, все проходят, и после этого умеют устанавливать, и дальше могут доустанавливать уже себе все, что им захочется, как в сэмплах, так и там, MIDI, VST инструменты, которые по обработкам и синтезаторам тоже. В общем, ну, отлично. Небольшое отвлечение. Да, я думаю, что все у тебя получится. И музыка к кино тоже отличное направление. Я знаю, вот человек, который за клавишами был, Петя Осипова, он в свое время брал прям проекты. Равиль, кстати, тоже занимается музыкой к кино, да, 5.1 сводит для кинотеатров. Вот. То есть, ну, но для кино бывает там раз. 5.1. Ну, как-нибудь на встрече тоже по музыке, про кино тоже поговорим. Вот. Поподробнее. Так, Катерина, спасибо. У нас тут, я думаю, что Марат рвется в бой, да? Уже давно сидит, лайки ставит, вот так вот показывает, активно реагирует. Вот. А, давай расскажи, Марат, про себя. Привет, привет всем. Привет. Я из Челябинска. Так, у нас сейчас вечер, 10 вечера. А, что о себе? Ну, я на гитаре в детстве играю, на классической. Научился играть, и все, считай, живи, как знаешь. Куда хочешь, туда применяй свое творчество. Mm-hmm. Вот, приходилось работать, где попало. Вот, только не музыкой зарабатывать. И сейчас как-то поперла такая волна у меня, что стал гитару преподавать. Как-то, знаешь, не мог это бросить вообще дело, музыку. Вообще, знаешь, как-то у меня это все в душе так вот, знаешь, укоренилось, что с детства, что прям вообще никак. Я, знаешь, одно время занимался по 10-11 часов в день на гитаре, прикинь. Мне учитель говорит, есть такой Пако де Лусия, гитарист фламенко. Говорит, послушай вот запись, он такой там говорит, вот, отец меня забрал из школы и сказал, ты научишься в жизни хотя бы чему-то одному, и ты будешь заниматься на гитаре. И он, короче, в чулане его запирал, отец, и тот занимался по 11 часов в день, короче, прикинь, на гитаре. Я думаю, тоже надо заниматься, и распланировал график, допустим, 4 часа занимался, потом спал там час, допустим, потом опять занимался 4 часа. И вот так вот там, ну, лето целое занимался, и потом я вообще, это у меня в душе, я не могу это бросить вообще никак. Что бы там ни было, я не могу распрощаться с музыкой, и все. И меня, короче, подломило это, я понял, что я не смогу справиться с этой темой вообще никак. Не смогу бросить вообще. И начал преподавать гитару, вот, в прошлом году. Занимался всякой фигней, короче, в основном в торговле. Продавал mm-hmm. всякую херню вообще. От кожгалантереи до плинтусов и услуг различных, и всякую всячину. Вот. Начал гитару преподавать. И что-то как-то мне стало вкатывать это дело. Вообще. Вообще сильно. И, mm-hmm. и еще я учился в Академии культуры. Да, правда, я ее бросил. У меня был друг такой, Данил Райхерт, он сейчас в Питере живет. И он писал электронику всякую разную, там, синти-поп. И я с ними тусовался одно время.
И мне это прям так вкатывало, вообще прям так нравилось, и так было интересно, но у меня не было компа, короче. Я думал, блин, вот как классно, я все время попросил, Данил, напиши мне какой-нибудь минус, там, что-нибудь, чтобы я на гитаре играл, звучала электроника. Он такой, да нет, ты так круто играешь, тебе надо играть, короче, просто музыку, я могу тебя просто записать. Съезжал постоянно, вот, писал там свою электронику. Но у меня всегда была такая задумка в душе. Я прям представлял себе, как это будет круто звучать. Прямо чтоб гитарка была, короче, чтоб я играл вживую, прямо чтобы я мог развернуть звук, тембр, подать людям энергетику с помощью гитары. А вот бит сам и наполнение вообще, чтобы это сделать в электронном виде, чтобы им вкатывало больше, чтобы целевая аудитория расширилась. Не все же готовы просто взять и слушать там живой инструмент, к примеру, да? Вот. И у меня вот это вот как гештальт такой незакрытый был. И я сейчас стал вот заниматься и музыкой, и еще плейбэк театром тоже там им подыгрываю. Это когда выходят, получается, актеры, да, психологи там, и из театра, из зрителей вытаскивают человека, и он говорит, допустим, какую-то ситуацию в своей жизни, и они начинают проигрывать это как расстановка получается, и человек это переживает. И меня сейчас позвали туда играть им, подыгрывать на гитаре, короче, создавать настроение. То есть, чтобы я это чувствую, энергетику человека, и начинаю это на гитаре проявлять. И вот такие темы мне интересны. Хотя я как бы в плане гармонии особо там не развился, но в исполнительском плане, да, я могу что-то. То есть, у меня техника игры есть. И я думаю, что у меня все получится, потому что я связался с вами, во-первых. Во-вторых, короче, я взял себе вроде как нормальный комп, мощный. Вот, то есть у меня все будет нормально. Еще я запасусь аппаратурой, которую вы посоветуете. Вот, и все будет хорошо. Я реализую свой план и свою мечту. Вот, буду играть, записывать музыку, которую будут слушать люди. Вот. Ну, красавчик. Такие дела. Красавчик, я вообще, то есть, видите, какие мы все разные, и у каждого свое умение, и на самом деле это очень клево, когда вот чем разнее мы, тем интереснее как бы нам друг с другом будет, вот, тем что в объединении будет какая-то интересность. А что касается тебя относительно, как я это вижу и видел там, суперская тема, когда ты же свои же аранжировки создаешь и под них на гитаре там лайвом играешь. Ну, вот реально сюда не хватает еще прям вокальчика какого-то. Вот, чтобы, мейн, лидирующая история — это гитара, да. Ну и какой-то такой, либо на бэках вокал какой-то. Да-да-да, слушай, братан, у меня прям вообще вот такая открылась дорога, короче, прям путь. Как будто бы он такой замороженный был, как консерва, короче. И тут я как-то встал на него, и жизнь стала налаживаться. И вы как-то появились в Инстаграме, и все как-то хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И меня тут пару дней назад позвали в вокальную студию гитару преподавать. Там она такая, как бы, четкая, там, европейского уровня, они там ездят по всему миру, короче, выступают. Позвали на гитаре преподавать, это чисто как бы якобы случайно туда попал. Пришел там с пацаном, со знакомым, и все, и как-то... И я вот чувствую, что, да, возможно, вокал как-то проявится в этой теме. Вот, как бы, это, да, все пазлы как бы сходятся. И то, что ты говоришь, и то, что мне там рассказывали, да, что там, как бы, они тоже на меня какие-то виды там имеют, якобы. И они тоже хотят студию там замутить, кстати. И спрашиваю, что, какие там, какое оборудование нужно. Я думаю, что вот эти пазлы как-то сойдутся в какой-то точке, и все будет нормально, вот. Все, то есть, можно под их тему тоже там это все сделать. Супер.
На самом деле, видишь, у тебя уже прям четкие перспективы вырисовываются, и как и зарабатывать, и создавать. Все получится вообще супер. Спасибо тебе большое. Давайте перейдем. У нас уже давно Илья Романов подключился, уже так смотрит в камеру. Я просто на всех сейчас экран сделал, как бы на всех смотрю. На самом деле, вот то, что ты сказал про, как бы, про путь, это очень прикольно. Очень прикольно, приятно слышать, во-первых. И еще один момент хочу сказать, что вот у Марата, да, в чем еще вот я заметил, он сказал то, что занимался подолгу одним и тем же делом, и это привело к результату. Здесь, в продакшене, ровно то же самое. И вот сейчас Антон у нас, Косов, зашел. Он в конце, скорее всего, мы сейчас все представимся, он в конце расскажет как про свой путь. У него школа танцев своя, и он пишет гимны для танцоров. Ну и вот расскажет о том, как он занимался на курсе, и помимо курса еще что делал. Вот. Давайте пока дослушаем, когда вы представитесь. Илья... Илья Дубков. У нас два Ильи. Илья Дубков, Илья Романов. Ну давай, раз ты тут уже выступил, давай рассказывай тогда про себя. Где ты сейчас, в какой-то точке, какие там, какой бэкграунд и к чему хочешь прийти. Вот, ну, так, кратко. Так-то у нас таблицы уже все есть, но так представиться лично. Всем привет, меня слышно? Да, тебя слышно. Отлично. В общем, я из Нижнего Новгорода. Вот. История у меня, в принципе, как у всех. Все с музыкалки началось. Родители мне музыкалку отдали. Вот. После музыкалки как я отошел, музыка надоела. Даже пианино продал из дома тогда еще. Но где-то через год, как раз была там в каком-то году, 2000, наверное, не помню, в 2008-2007 пошла волна там рок-музыки. Мы тут с ребятами организовали группу. Я там на гитаре играл, на клавишах играл. И вот записывались, в общем, существовали где-то лет 6-5. Вот. И после этого я устроился у себя там в Нижнем на студию, записывал вокалистов. Ну, бывает на другие студии, в консерваторию в основном езжу. Вот, там тоже у нас своя студия Глинки. Вот, пишу вокалистов, инструментал пишу. Ну, в общем, как-то так все, ну, на таком, так сказать, недостаточно том уровне, который бы я как бы хотел. Вот. И цель у меня такая. Прежде всего, да, паки делать, укомплектовывать трек полностью, поработать с артистами и вернуть рок в Россию, так сказать. Вот. Мне очень, да, хотелось бы поэкспериментировать с музыкой. Опять же, вот, предыдущий оратор, гитарист. Вот, было бы интересно с ним поработать. Вот, и как бы... Ну, в основном, да, чисто поработать с людьми для начала. А потом может уже чисто свое делать, если получится. Вот. Так что пока на таком тоже все уровне недостаточно, какой хотелось бы. Вот. Но, тем не менее, какой-то небольшой опыт есть. Тоже демки пишу, балуюсь ремиксами, вот, отправляю на радио там у себя. Так что вот пока на таком случае. Вот. То есть, круто. Я хотел уточнить, ты хочешь вернуть рок, но при этом там сейчас занимаешься просто аранжировками, да, и пишешь их? Да, я снимаю аранжировки, да, у меня бывает заказывают аранжировки. Снять там какую-нибудь песню новую вышла, он у Лепс тогда выходил, песню какие-то, я уже не помню. Вот, у нас есть чувак один в Нижнем, он прям один в один, как Лепс поет, таким же голосом, такой же тембр у него.
И вот я ему тут делал песню у Лепса. Вот. А я, да, хочу не вот, ну, популяризовать рок немного, как на Западе, то есть... Не вот так, как раньше, русский рок, вот, а настоящий новый рок, вот какой-нибудь такой. Ну, клево, да. Это актуальное направление, которое имеет потенциал, потому что, когда гремел очень сильно этот альтернативный рок. Да, мы как раз играли. Прям гремел очень сильно. И куда он делся, его заменило просто электронщина, R&B и хип-хоп сейчас. Даже, может, не рок, а настоящий, ну, нормальный поп, например, популяризовать в России. Типа синти-попа. Угу. Очень популярный на Западе. Вот. Так что я... Вот такие у меня планы. Ну, у тебя много своих наработок, своих там демок и идеи. Демки у меня на компе все, правда, я особо не выкладываю. Угу. Вот. Если надо, скину в процессе. Ну, вот. Сейчас я просто не дома, я в Сочи, на КВНе, фестиваль, все дела, юмор. Так что вот, приеду, прилечу, точнее, 22-го в ночь, вот, иду, вам все скину, что нужно будет. Опять же, полно демок на компе недоделанных. Вот бывает идея какая-нибудь, идешь, намурлыкал музыку, на диктофон записал, дома сделал этот дроп, который, ну, как бы, а дальше развития никакого. Так что у меня полно этих демок года с 2009, наверное. Ну, это такая болезнь. Да, никуда ты не деть. Бывает. Здорово. Наш курс как раз рассчитан для того, чтобы подойти из демки до конца, до готовой аранжировки, и чтобы было понимание, как их доводить до конца и делать. Короче, я думаю, что все у тебя будет супер у нас на курсе. Вот, тем более, уже интересы совместные есть сразу. Как бы. Давайте теперь перейдем к Илье Дубкову. Он у нас уже и на студии был у Равиля, да? Расскажи про это и про свою точку сейчас, где ты сейчас, вот, и к чему двигаешься. Ух. Не стесняйся. Да, главное, не стесняйся. Мы же все друзья тут, музыканты. Стесняться ли не стесняюсь, да, думаю. Что интересно, что лишнего. Давно с этой сферой тоже я работаю с напарником. Он курируется больше по продажнику. Вот, уже вечер. Он фокусируется больше на продакшене. Вот, я больше на части организаторских всяких, по части доведения до такого идеального уровня, скажем так. То есть как-то так. Бэкграунд большой в разных сферах. И в не в музыкальных, и в музыкальных, там десятки разных проектов, в IT, в маркетинге, в привлечении инвестиций, ну, разные такие моменты. Вот. По продакшену мы делали коллаборации с чуваками, у кого есть Грэмми, выпускали на BeatStars'е с ними, ну, треки, скажем так, под их брендом. Ну, наши песни, да, продавали, то есть в Китае, в Штаты, там, ну, разные места. Да, несколько слова хотят дать в конце, я же, типа. Вот, такое интересного. С некоторыми топ-селлерами BeatStars, ну, вот как раз-таки один из них, у него есть точно Грэмми, был Billboard чаток в топах, вот с ним плотненько немножко поработали. И с некоторыми другими оттуда тоже. То есть я просто отписывал людям из BeatStars, из топ-50, если кто не знает, ну, это площадка, где продаются аранжировки, и договаривался о коллаборациях. Вот, как-то так. Ну, многим нравилось, почти всем, кому показывал, нравились наши работы, и, соответственно, мы с ними продавали. Вот. Но получилась нестабильная история, то есть они хотят выкладывать, хотят нет, и решили на эту тему делать, ну, ставку не делать. Вот. Рассматривали вариант самим двигаться в эту сторону, но тоже делать биты не совсем то, что хотелось бы.
Вот, поэтому отошли, но так как бы интересный опыт получился. Еще аранжировки делали разные. Показывал продюсеру Эминема, сопродюсеру. Тоже ему сказал, что прикольно. Высылай, если что. Вот у меня была мечта. Ну, сейчас есть она. Сделать там с одной артисткой совместную песню. С Хэри Стэнфилд. Ну, как-то так, не знаю, получилось. И нашел в Википедии, кто с ней работал. Написал. Кое-кто мне ответили. Сказал, что да, прикольно, высылай. Работа прикольная. Ну, как-то так. Поэтому вот мы сейчас над этим тоже работаем. Еще из интересного. Такой у меня... Вы проектом, да, я так понимаю, двигаетесь вдвоем, да, и вам вот интересна проектная деятельность и именно свое творчество в коллаборациях с какими-то артистами, да? Ну, скажем, уровень уже того, что ты рассказываешь, это очень круто, я считаю, и с Грэмми там, с кем уже работал, и с продюсером Эминемом. Вот. Да, то есть, ну, с ним мы не работали, но, по крайней мере, он посмотрел, дал обратную связь, сказал, что высылай, как бы. Вот, с лейблом показывали, там, Warner и прочие тоже им понравилось. В целом сказали, нужны немножко другие треки, высылайте еще там, но, вот, работал с вокалистом. То есть, я подбирал разных вокалистов, с некоторыми из них записывали, и вот у меня был один главный, с которым работал прошлый год. Вот, но сейчас его подписал продюсер Пиццы, и пока он там на ближайший год. Вот сейчас у них там 8 миллионов просмотров на Ютубе и прочее. Поэтому в связи с этим как-то долго не понимал, в каком именно формате двигаться. То есть есть вроде навык работать с музыкой, с командами, с инвестициями, но непонятно, как это делать. То есть если я под другие проекты могу инвестиции привлечь, то сюда я боялся привлечь. Вот. И недавно все-таки разобрался, как что вижу. То сейчас мы видим себя как проект в духе там Swanky Tunes, если из русских, ну, из западных, это David Guetta, Zedd, там Chainsmokers, которые с разными вокалистами делают продакшн, песни, выпускают их и прочее, и собирать свою аудиторию в Инстаграме, в Ютубе, ну, благо это умеем. Вот, и буквально это с сентября вся эта история закрутилась в таком формате. То есть вот согласовал инвестиции, и сейчас делаем. Сейчас мы переезжаем в Китай. Сейчас я сам родом из Ижевска, жил в Москве полтора года. Сейчас вот приехал тоже в Ижевск к родителям. Так, у нас тут команды и прочая история, все агрегируем. И вот в феврале летим в Китай, к морю. Вот там хорошие условия. Скажем так, чтобы весь день заниматься музыкой, при этом есть зарплаты там, ну, от 70 тысяч для музыкантов. Вот, то есть, ну, выступление, там, пару песен вечером. Я думал, как-то вот стрёмно, типа, играть, а потом подумал, что все равно я занимаюсь какими-то другими историями, там, IT и прочее, и решил, что это хорошо, и поеду туда. Как-то так, вот, ну, с командой, всей командой собрали, со студией, со всем, и вот. А сколько вас в команде? Ну, основное это двое, и еще у меня есть ребята, с которыми, ну, еще третий есть человек у нас тоже, он такой барабанщик очень мощный, у него много железа интересного, там, и муки, и прочие истории. Тоже студия небольшая. И как-то вот мы давно решили втроем ехать. Ну, плюс девушки. Клево, слушай, ну, я не знаю, откуда такие цены в Китае за пару песен, там, 70 тысяч. Ну, в среднем, нет, в день. То есть, ну, каждый день там, по сути, оно без выходных идет. Как-то так. Ну, в среднем программа, ну, полтора часа, ну, как бы... Ладно, две песни, потом пауза полчаса, потом две песни. Ну, по факту это вечер, ну, полвечера, вот так скажем. То есть это для русско выглядящих людей, скажем так. Каверы играете там или свою музыку? Ну, там каверы, то есть логика такая сейчас, как мы выбрали, то есть для спокойствия, скажем так, по финансам делать каверы, выступать, но все остальное время свободное делать свое творчество, на которое как раз есть бюджет и там на привлечение подписчиков и на прочее оборудование и прочие моменты. Вот, как-то так. Дальше как отладим, тут какие-то выступления, уже переехать обратно в Москву. Ну, клево, слушай. Очень, очень здорово, что у вас есть уже команда, которой вы двигаетесь. И это прям, ну, здорово. Я хотел просто сказать, что по поводу Равиля и Milk Music, ты говорил там, что индивидуальные занятия, просто этот курс, к
как бы и родился от того, что он индивидуальные занятия просто физически не может давать. Он занят в основном с аранжировками заказными, сведениями, мастерингами, записями вокалиста. Вот, поэтому индивидуальные занятия просто физически не может давать, и по финансовому ему это вообще никак не выйдет. Окей, окей. Не подумай, что там, просто не хотим. Даже там вот, ну, на эти встречи он находит время. Сейчас вообще куда-то вышел. Я не понимаю, куда он вышел. Ну, может быть, это совсем у него с интернетом. Печалька там в Таиланде. Ну, здесь на самом деле у нас тоже не так все хорошо с интернетом. Wi-Fi довольно-таки тяжелый. Вот, я здесь до середины февраля, потом возвращаюсь в Москву. Ну, здесь тоже как бы свои форумы, сообщества. Завтра едем, кстати, выступать на мероприятии с нетворкингом, где там всякие люди из бизнес-среды собираются и общаются, знакомятся, партнерятся. Вот, я там в виде диджея, музыкального сопровождения, соорганизатор всей темы. Вот. Ну, так, чтобы творчески засесть и писать что-то свое, эту студию надо сюда перевозить. Вот, здесь есть студии, я попозже заеду на них, пофоткаю, в группу выложу. Здесь, кстати, ребята приглашают там клипы снимать, то есть полное все есть. Видеопродакшн полностью. И музыканты здесь есть. И, короче, творческий очень остров. На самом деле, кто соберется, творчески очень круто здесь подвигаться можно. Но зарплаты здесь, ну, вот и оплату, как бы, и заказы непросто вообще найти. Вот, ну, нелегко. Здесь как бы просто очень много русских, и все как-то двигаются, поэтому здесь лучше всего отдыхать, когда есть. Это ты на каком острове? На Бали. Я сейчас на Бали. На Бали, да. Ну, Китай тоже неплохо. Ну, я хотел на Бали, но там нужно то платить здесь, то платить, а здесь все предоставляется. Я думаю, ну, ладно, уж будем немножко играть. Вернемся к прошлому. На какое-то время. Ну, клево. Спасибо тебе за представление вообще. Вот у нас у всех не только разные как бы направления, но и ситуации вообще жизненные. Это тоже очень важно смотреть, кто как двигается, у кого какое развитие, какой уровень и идеи. Вот. Остался у нас из присутствующих здесь Саша. Вот. Давай, Саша, расскажи о себе. Я, честно говоря, не скажу сейчас, кто из тех, кто не пришел, остался. Но попозже проанализирую. Сейчас Саша расскажет, потом Антон расскажет, который с первого потока у нас немножко о себе и о своих результатах. Он у вас будет тоже курировать некоторые моменты, кому-то тяжело будет по ответам на вопросы помогать тоже. Нам будет. И Максим у нас еще будет, куратор. Максим, к сожалению, тоже не смог сегодня прийти на нашу встречу. Так, давай, Саша, расскажи о себе, где ты сейчас, к чему двигаешься. Всем привет, меня видно, слышно? Подвисает видео, но что-то тебя да, слышно. Да. Сейчас, секунду. Слышно. Попробуем. Угу. Стало получше. Всем привет. Я надеюсь, что меня слышат, потому что я себя тоже пытаюсь увидеть. Пока слышно, но не видно. Но если с трансляцией видео будет тяжело, то можно там. Ага, видно. Включаем тебя. Так, есть звук. Все пошло, да? Угу. Всем привет. Меня зовут Саша. Я из Казани. И сейчас также здесь и нахожусь, Казань. Давно очень занимаюсь уже, собственно, музыкой. У меня и профессиональное музыкальное образование. Я там заканчивал по классу виолончели музыкальное училище. Далее у меня там было высшее музыкальное учебное заведение. Это фортепиано и вокал.
Ну и как-то с тех самых времен как раз-таки и связался непосредственно, будем говорить так, как поп-музыка. Естественно, пел, и, соответственно, в какой-то момент и сам стал писать треки, писать песни, там, тексты, музыку и так далее, и постепенно это все начинало перерастать в то, что все-таки музыкальный материал надо не просто играть там на инструментах, да, но и как-то его записывать. Соответственно, осваивал программы там в то время, самые первые, это были Cubase, но это было очень давно, это были 2000-е годы, там, причем 2001-2002. И, соответственно, как-то вот в настоящий момент я этим тоже продолжаю заниматься. У меня есть такая некая своя там студия звукозаписи в Казани, где я делаю музыкальный материал как и для себя, и для каких-то там местных артистов, и для российских артистов. Там песни на заказ и какой-то такой некий, так скажем, продакшн, но не оконченного варианта, а в таком формате, что там уже кто-то что-то где-то доделывает. Ну, будем называть пока это демо. Ну и, соответственно, цель вообще общения и вот этого курса, да, который я увидел где-то, по-моему, в начале лет, я уже даже не помню, меня все это зацепило. Есть знакомые ребята, которые работали с Милком, да, то есть там, знают Сергея Купцова, и Равиль знают. И, соответственно, хочется как-то добавить для себя там каких-то знаний, да, в этом направлении, в плане музыкального продакшена, потому что понятно, что там ты знаешь программу, тот же самый Cubase, Logic и так далее, там и Studio One тоже можно все это освоить, но опыт других людей, он всегда как-то добавляет больше, так скажем, музыкального экстрима в свою деятельность, и, собственно, для этого я здесь. Ну, клево. Так, а скажи, ты один для себя больше хочешь или там больше... Заказ. Ну, знаешь как, заказы заказами, но изначально все это, конечно, когда все начиналось, это только был я там отдельно, да, там были ребята-музыканты, с которыми я работал и продолжаю там работать, да, но все-таки моя цель, она такая более направленная, так узко направленная конкретно, музыкальный продакшн, который, конечно, потом выльется и из себя там в кого-то. То есть свой проект. Ну, так скажем, знаешь, да, свой проект, почерпнуть там какие-то новые знания. Ну, сведение, процесс сведения — это непростой процесс, да. Понятно, что мастеринг ты всегда можешь кому-то там отдать, отправить, если тебя это устроит, это хорошо, но сводить надо научиться, ну, в первую очередь, самому, да, для того, чтобы понимать, какой музыкальный материал у тебя получится в итоге. Ну, и... ну да, сведение — такая непростая задача, и лучше, если ты умеешь это делать по ходу. Все-таки у нас в курсе больше вот этой истории. Согласен, да. То есть, ну и опять-таки, видишь, что тоже от музыки зависит. Огромное количество курсов, которые в интернете и на Ютубе есть, где там сводят рок-музыку, к примеру, да. Рок-музыка и танцевальная музыка — это абсолютно разные вещи. Там все совершенно по-другому происходит. Ну, это на мой взгляд, по крайней мере, так, да. То есть там один плагин для гитары подойдет, для какого-то синтезированного звука, в принципе, может быть, вообще кардинально не подходит. Ну да, да, так, для каждого синтезированного звука, то есть тоже свои плагины в зависимости от его частотной там... Ну да, 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 то есть такие моменты. Ну и, конечно, там Studio One та же самая, да, на которой работает и Равиль там, и кто-то еще у вас там на Милке. Ну тоже хочется освоить. Все, да. Все. Ну, понятно, что они похожи. Ну, есть какие-то свои нюансы, которым тоже надо учиться. В смысле, все ребята, кто работает на Милке, да? Работают на Studio One, да. Класс. Ну, просто так вышло, как бы. Это, ну, Сережкина такая заслуга, скорее всего, Купцова. А для тех, кто не знает, Серега Купцов — это, ну, один, ну, это один из самых лучших, да. Российских саунд-продюсеров, да, он за стенкой с Равилем сидит. Мы сейчас с ним тоже как бы обсуждаем возможности сделать. Слушай, ну он на Лоджике вроде сидел, или он все уже прям отказался от Лоджика? У него все. У него и Cubase, и Ableton, но в основном он делает в Cubase и в Studio One. Свести может в Лоджике, если проект приносит в Лоджике, зачем ему перекидывать в другой? Это так, отступление у нас. Подожди, а ты все-таки, вот основная стилистика, которая тебя цепляет, это какая? Ну, танцевальная музыка, танцевальная. Знаешь, тут как-то
по стилям прям вот так вот там Future House, там или какой-то Bass House, да, или Tropical House, тут сложно говорить, потому что коммерческая музыка, она коммерческая музыка сама по себе. Если у тебя крутой там трек в стиле трэп, и он будет продаваться, это уже коммерция, то есть, соответственно... Согласен. Если он где-то зайдет, на какую-то радиостанцию взяли, все уже. Я тут сзади кальян курят. Люди. Нормально. Да. Ну, просто это такой общий холл здесь, несколько вил. И это, кстати, Костя, который вот меня хочет заказать гимн для его онлайн-школы. Вот. И еще две песни хочет заказать. Вот. Так что, ребят, это все музыканты, которые будут начинать учиться аранжировке. Вот. Какой табак используете? Какой табак, спрашивают, используете? Какой есть? Тут на Бали на самом деле не супер изобилие по еде. Так-то как-то слабовато по еде. И, ну, вообще по каким-то товарам там, того не было. Ну ты там не задерживайся, возвращайся. Да, я 18-го уже вернусь. Итак, ребят, спасибо всем, кто уже успел представиться. Давай, Антон, ты здесь, нас слышишь? Антон наш, Косов. Вот он, красавчик. Включил. Все, есть. А ты где? Я есть? Ты есть. Интересно, как я выгляжу. Прекрасно. Да, прекрасно. Так, что, Миш, рассказать-то? Да, расскажи, смотри, знаешь что, расскажи. Где ты был, где ты сейчас, что изменилось за курс, вот, и какие твои инсайты, чтобы ребятам посоветовать вот в движении по курсу, что бы ты хотел порекомендовать вот с самого начала делать, на что делать упоры, акценты, вот, Антон как бы будет помогать в том числе по... если будут какие-то вопросы возникать программные. По дополнительным вопросам, да. Да. Так, ну, ребята, во-первых, всем привет, всех очень приятно видеть, и здорово, что сообщество у нас растет. Я буду сумбурно это все говорить, потому что у меня всегда обычно много мыслей всяких. Я не очень хочу рассказывать про себя, потому что там Миша уже все, в принципе, рассказал. Все очень похоже, как у всех у нас. Есть какие-то свои там прошлые музыкальные проекты, истории. На данный момент, ну, просто закреплю, да, что на данный момент полнофункциональная в продакшн, который работает на танцоров, потому что этот рынок, и вам он неизвестен, а мне он посчастливился быть, потому что я сам из танцевальной сферы изначально. Вот. А начиналось все с монтажей фонограмм, заканчивается сейчас или продолжается, слава богу, написанием каких-то там гимнов и так далее. Но все это, конечно, в свое время было сыро, вот. А сейчас это все как-то более устаканилось. Если говорить про курс, я вам одно скажу, да, всем, чтобы было понятно. Вот мы все пришли на первый поток со своими какими-то головами, идеями, желаниями и так далее. И это все правильно. Что ценно, то что... Ну, во-первых, на мой взгляд, что ценно? Ценно быть все-таки, ну, все-таки стараться быть в команде, потому что чем больше ты общаешься и делишься, чем больше у тебя модное слово коллаборации, да, тем больше тебя это поднимает по уровню, каким бы ты себя ни считал. Потому что я сейчас вот смотрю, я всех послушал, и я прям вспоминаю наш первый поток, который точно таким же был. Там один уже все пишет, второй там уже зарабатывает, третий там еще чего-то. На самом деле это все фигня, потому что все интересное начинается потом. Когда вы начинаете работать вместе, у вас ни хрена сначала не получится. Но потом может вылиться в очень интересную историю. Вот. Чем еще курс, наверное, ну, ценен? Тем, что это единственный курс, хотя их много действительно в интернете, который показывает, как писать реально коммерческую музыку.
То есть вы можете любить рок, вы можете любить джаз, вы можете любить блюз, но здесь клевое зерно, как писать коммерцию, то есть какую писать коммерцию, чем она там подкреплена, почему именно так и не по-другому, да. Вот это очень ценно, потому что я честно скажу, да, то есть курсов много, и параллельно, я сразу скажу, что параллельно никто не запрещает там что-то изучать, но здесь максимально все плотно, понятно и доходчиво. Второй совет, наверное, можно все, конечно, делить на 8, но тем не менее. Второй совет, не старайтесь курс, ну, как бы перепрыгнуть и сделать там, ну, не знаю, когда мы получали то же задание, у всех, конечно, хочется сделать круче еще, да. Вот лучше сделать так, как показал там Рави. Сделать и понять, и закрепить. Потому что это реально, вот это, знаете, как школа, да, то есть пока ты не понял, что дважды два – четыре, ты потом можешь фантазировать, что это шесть, но у тебя будет фундамент. Вот этот фундамент очень четко дается, это очень ценно. Как бы вторая ценность – это люди. То есть никогда у нас не было такого ощущения, что мы остались одни, нас бросили. Миша всегда на связи, Равиль по возможности всегда отвечает, прослушивает что-то и так далее. Это очень тоже ценно, потому что не все курсы этим могут похвастаться, честно. Очень многие курсы вам дали задание, вы что-то сделали, все, и забыли там про вас. Да? То есть вот, ну, как бы вот это тоже очень важно. Еще один какой момент. Вы выучите новую программу. Я честно скажу, я вот Миша вспомнит, первый мой очерк о Studio One был отрицательным. Я прям фигачил Равиля, Мишу, что за хрень, вообще программа неудобная, все неудобно. Я потом удалил этот свой первый пост, потому что я настолько влюбился в эту универсальную программу. Я честно скажу, да, то есть Logic, там, Ableton, Cubase, Fruity Loops, вот все мы все прошли, да, и в каждой программе есть что-то удобное, что-то неудобное. И вот, на мой взгляд, это пока субъективное мнение, но вот оно у меня устаканилось, что в Studio One соединили все, что удобно в каждой из этих программ. Просто я, конечно, как к любой новой вещи, нужно где-то привыкать, там, выучить какие-то новые кнопочки и так далее, но потом, вот я, например, все проекты перенес туда. Миша уже не раз это рассказывал. Я думаю, что многие из вас поймут со временем, почему вот эта программа на Милке является какой-то базовой. Да? То есть мы, вот честно, мы тоже все там, многие продолжаем работать на своих там. Кто-то в Ableton'е как привык, там так и работает. А кто-то там в Logic'е как привык, так и работает. Но удобно по курсу все-таки выучить эту программу, и потом в нее влюбитесь, и она у вас будет основной. Это честно, вот. Что еще сказать? Ну, не знаю. Пока, я надеюсь, что мы все как-то там потом соберемся, и пока у меня одна мечта до сих пор, это начать вот каким-то чудом, мы с Мишей пока не придумали, чудом работать в интернете над одним проектом, вот так же. Вот все в экране, и все что-то там делают. Ну, это да, пока фантастика. Как. Да, но это крутая движуха, может быть, это коллаборацию, которую в мире пока еще никто не делал, потому что много коллабораций, вы знаете, да, что там можешь, грубо говоря, там подписаться на какой-нибудь там общий проект и делать, там один чувак будет сидеть там во Франции, другой в Америке, но вы как бы будете все равно немножко, ну, это все на определенном расстоянии, и все это немножко не так быстро двигает. Более того, в курсе разные люди по уровню и по технике, вот если честно будем говорить, да, это тоже в первом потоке вызвало определенный, ну, такой, там, сложности определенные. Мы старались там друг друга подтянуть, но кто-то, например, тратит на, ну, так скажем, да, на изучение одного урока там день, кто-то два, а кто-то вообще неделю. Вот. Я вам советую тратить четкое время, чтобы вы все были вот в этой единой, вот в едином потоке информационном, потому что потом начнется такая история, что там, не знаю, там Вася забыл, Петя уже все сделал, там Сереже уже скучно, то есть вот эта вот история, она зависит от каждого из нас, потому что если в команде работать, то советую вот прям, ну, не знаю, как-то четко. Я педагогам с самого начала сказал, что все равно будут двоечники, среди нас всегда есть двоечники, есть лентяи, есть люди, которые, ну, просто не заплатили деньги, и они не оценивают их как вложение в себя. Они оценивают, ну, отдал деньги, что-то не получилось, ладно, хрен, пошел, дальше побежал. Вот лучше прям заострить внимание, не знаю,
четко как-то вот стараться делать все вместе. Мы как можем, поможем с добрым советом и какими-то опытными моментами, потому что мы обошлись на всем, и это здорово. Mm-hmm. Вот, мы знаем все углы, где, как их теперь обходить, какие-то моменты, тоже были всякие сложности, но это очень клевый опыт. Вот. Поэтому посоветую всем быть вместе, не стесняться писать. Кстати, не закидывайте переписку всякими фотографиями лошадок, собачек. Это все круто, но это вообще никакого отношения к музыке не имеет. Лучше, вот мы, не знаю, Миша, наверное, вспомнит, мы в плотной переписке кидали друг другу какие-то новые ВСТ. То есть делились все, что связано с музыкой. Это полезней, это интересней, и у нас у каждого сейчас есть какие-то друг от друга, в плюшке, да, там, Максим кинул, что-то нашел это для всех, там, я что-то еще это, Мишка там быстренько. Ну, то есть вот эти вещи очень важны, это тоже подогревает, и хочется заниматься музыкой, потому что основная проблема всех собравшихся, это хочется заниматься музыкой, но нам мешает всякая ситуация, проза жизни, любовь, морковь, женщины, алкоголь, это все нам мешает. Вот если мы от этого научимся хотя бы 2 часа в день, ну, как-то хотя бы отграждаться и быть вместе в едином потоке, будет однозначный прорыв, однозначный успех. А для себя, про себя могу так сказать, да, закончился поток, не закончился, видите, я с вами. Это для меня победа. И я сейчас смело берусь за любую песню, я знаю, что я ее осилю, сделаю, да, ее может быть потом, я с удовольствием там дам послушать Равилю, чтобы он четко сказал, Антоха, здесь все равно ошибка, здесь еще есть проблемы, и это очень круто, когда есть мастер, которого ты можешь спросить, вот честно. Если бы Равиль еще 24 часа добавить, то я думаю, что было бы вообще круто, но у него их нет. Прекрасно понимаю, что он завален работами. И это тоже хорошо, потому что ты начинаешь разбираться своими вопросами, иногда дурацкими сам, и находишь, а, вот как, надо посмотреть. Я еще один совет последний, я вас уболтал, наверное. Пересматривайте все уроки несколько раз. Это очень полезно. Это как, знаете, учить, не знаю, там, мат-часть, да, то есть вы потом будете знать, как дроп делать за 2 секунды. Не ленитесь создавать себе проекты заранее, там, есть у вас там, ну, не знаю. То есть, ну, об этом все будет в курсе, да, то есть это все очень помогает и ускоряет. То есть для того, чтобы написать песню в дальнейшем, вам достаточно будет нажать 2 кнопки, а не тратить час на подбор барабанов, еще чего. Все это в курсе будет, и ко всему этому ребята приведут. Это очень сильно ускоряет процесс творчества, потому что у Равиля очень клевая есть поговорка, надо вот здесь, сейчас и быстро. И это действительно надо так делать, потому что у нас у всех куча валяется в папках в компьютере каких-то недоработок, которые жалко выкидывать. Но я после курса, кстати, Миш, вот нет, я еще это не делал. Я половину удалил нахрен и просто сказал, все, это недостойно, нужно делать новое. А новое стараюсь, взял 1-2, максимум 2 проекта и их веду. Потому что, ну, все равно иногда уши плавятся, и надо переключаться, например, да, с одного на другое. Вот. Ну, плюс там какие-то заказы, это уже тоже... Вот как-то так. Ну, круто. Спасибо тебе большое. Вообще классный очень отзыв. Я сам мечтал, ребят. Мы же не репетируем все это, как бы, естественно. На самом деле сейчас только Антон с нами, еще у нас Максим в кураторах будет. Но когда мы все вместе там дойдем до какого-то среза, итога, мы еще подключим ребят, которые будут этого хотеть из первого потока. То есть мы насильно никого не хотим заставлять. То есть, и вот таким образом там, будем формировать уже больше и больше сообщества, объединяться по интересам. И будет интересно. Антон, для тебя тоже сейчас несколько моментов, к которым мы приходим. Есть... По поводу уроков у нас есть идея чуть-чуть перенарезать их, потому что некоторые уроки длинные, сложные на восприятие. Вот, перенарежем обязательно дальше. Ну, именно те, которые для того, чтобы посмотреть и повторить. Вот, некоторые перенарежем вещи обязательно. Это будет, ну, чисто методологически правильнее. Дальше хочу вам всем сказать, что здесь приходят
озарение, и этот курс только, и этот курс только начало пути, на самом деле. Вот. Еще хочу себя назвать двоечником. Антон знает. Вот. Но он наш любимый двоечник, так что нормально. Я двоечник, который с вами буду продолжать это движение в курсе. Вот. Он второгодник, ребят. Вот да, сразу. Я второгодник. Да. Но второгодник осознанный, который... Я же про это и говорю. Осознанно пришел к тому, что я иду на второй год, и как бы... Ну, типа, я это к чему? К тому, что я не дошел там и до некоторых вещей, которые, вот, допустим, даже Антон уже обогнал меня. Вот. Вот так вот, потому что, вот как он сказал, есть разные прозы жизни и прочее. Я не буду сейчас там все описывать, что в моей жизни происходит, в том числе, как бы, да, и организация всего этого дела тоже очень много времени отнимает, но это, опять же, это проза жизни, это отмазки. Если взять, как бы, реальную сторону дела, то там, всегда можно выделить час, полтора, два в день на движение. И это очень важный момент. Это самодисциплина здесь, ну, наша, на курсе. Те, кто уже пишут, они это понимают. Те, кто не пишут, они с этим столкнутся. Это реально важный такой момент, который необходим. Дальше, по самим организационным моментам, значит, мы приветствуем, мы сейчас... опытным путем пришли к тому, что вопросы, которые будут заданы в видеоформате, они эффективнее, потому что один и тот же вопрос, ну, в группе пересмотрев, его, может быть, и не нужно будет задавать. Каким образом? Можно просто на телефон снять, можно поставить приложение, попозже я скину скрин экрана, что, ну, для маков, те, кто знают, может быть, напишите в чат сейчас, там, знаем, вот, как делать запись с экрана, вот, подайте какие-нибудь сигналы, вот. Ну, вот, ребята уже некоторые знают, как делать запись экрана, это просто, ну, так лучше будет. Вопрос, да, в виде записи экрана это эффективнее. Дальше, что я хочу сказать. В первом потоке геймификацию, есть такое понятие, да, игровая механика, мы объединяли и делали там ближе к концу аранжировки, когда поняли то, что и как делать. Здесь мы попробуем это сделать с самого начала, вот, чтобы у вас была такая несколько командная игра и больше времени на понимание интересов друг друга. То есть, ну, у меня уже есть определенные мысли, как объединить. Вот почему очень важное задание заполнить о себе табличку, заполнить в Фейсбуке информацию. Я те, кто не дозаполнил, сейчас допушу. Пушить. Ну, вы понимаете, да, наверное, слово. Попрошу. Вот. Активнее действовать. Ну, просто уже сейчас уже видно, кто активен, а кто менее активен. И, как Антон сказал, хотелось бы, чтобы все в рамках одного информационного поля двигались, тогда эффективность как индивидуальная будет выше, так и коллективная. Значит, смотрите, у нас есть выполнение заданий. Чтобы у вас была больше интересность выполнять домашние задания, мы придумали баллы. Вот. И все эти правила по баллам мы еще раз там продублируем на почту в Telegram. Но скажу сразу, что приз за выполнение баллов будет классный. Мы, ну, Равиль разберет там просто трек либо индивидуальный, либо коллективный. Еще один разбор там какой-то части сделает, ну, на студии. В онлайн-формате, скорее всего. Либо, если это VIP-пакет, еще в студии сделают. Короче, клевый. Ну, для нас, то есть вы, может быть, те, кто не знает, это еще не осознает,
А те, кто знают, понимают, что это очень такая крутая штука, когда там человек на высоком уровне, который работает, может там разобрать, залезть в твой проект и посмотреть, перелопать, что у тебя там вообще происходит. Вот. По домашним заданиям, еще раз, у нас, значит, они будут выкладываться в группе Фейсбука под комментариями, в комментариях под ваши фотографии, вот почему нам важны ваши фотографии в Фейсбуке, и дублироваться в вашу страничку Инстаграм. Значит, здесь от своевременности и в зависимости от своевременности и от двух площадок мы начисляем баллы. Вот. Бальную систему тоже опишем это в письме, но один балл... Сейчас, я просто сейчас не вспомню это все, всю эту историю, но бальную систему опишу то как. И геймификацию пишу. Вот, если есть сейчас какие-то вопросы... сами уроки будут у нас, как мы писали, на GET-курсе. GET-курсе все пароли получили. У кого нет паролей, напишите еще об этом. То есть заниматься мы будем на GET-курсе. И все задания будут на GET-курсе. Домашние задания, описание тоже будет на GET-курсе. Выполнение на Фейсбуке и Инстаграме. Начисление баллов тоже в отдельной табличке. Вот. Ну, все это в открытом доступе, табличка будет. В общем, будет клево, интересно, интерактивно. Не думайте, что это сложно, не взрывайте себе мозг сейчас. Все будет поэтапно, будем двигаться, будем помогать. Вот, собственно, все, что сейчас, на данный момент, я хотел сказать. Равиль, походу, это вышел. Либо с интернетом проблемы, либо с Таиландом проблемы. Вот. Если есть сейчас какие-то вопросы, напишите. Вот. Или ну, включите динамик и задайте их. Есть вопрос? Да, слышно меня? Да. Вопрос по формату заданий. То есть они будут раз в какое-то количество времени или сделал задание, появилось следующее? Вот. Да, еще я не досказал. Да, хороший вопрос. Спасибо. Я просто... У нас уже 2:38 ночи, я немножко варененький. Задания будут... выдаваться последовательно, их нужно будет выполнять. Без следующего задания, вот что касается технической части, мы не идем дальше. Просто, ну, как бы это физически невозможно. Типа, без установки программы мы не поставим там синтезаторы, не поставим VST-плагины. Ну, короче, и это специально сделано, чтобы у вас была мотивация перейти к следующему заданию, чтобы не было каши, что у вас уже открылась там куча заданий, а вы... не перешли. То есть сделали задание, пошли к следующему. Сделали задание, пошли к следующему. Уроки, которые касаются там интервью, то есть больше ближе там, по движению, по раскрутке, скажем так, своей композиции, мы хотим в этот раз делать вот, в промежутках, чтобы так, ну, в них нет домашних заданий к интервью, но они информационные, они как бы такие энергетически заряжающие. Вот. И поэтому мы их хотим там в промежутках вставлять. То есть немножко структура, ну, у нас живой организм. То есть мы тоже работаем над этим. Поэтому очень важны тоже для нас ваши отзывы. И как бы еще момент. Постарайтесь, ну, если критика, то чтобы она была конструктивной, негатив вот этот вот, ну, выливать там в других местах, потому что, ну, мы не хотим создавать там сообщество, основанное на какой-то там негативной истории. Вот.
все-таки это очень важно, когда музыканты, в основном интроверты, умеют между собой как бы поддерживать позитивную атмосферу. Если этого не происходит в индивидуальном порядке, готовы обсудить там, ваши какие-то пожелания, хотелки. Вот. Ну, все в формате как бы политкорректности хотелось бы, чтобы происходило. Потому что все-таки мы здесь занимаемся технически непростой штукой и творчески очень тонкой штукой. Поэтому здесь еще немножко психологии добавляется. Вот, музыкальный. Дальше кто, у кого еще какие вопросы? Есть я еще раз тогда. По той же части, просто чтобы понимать картину, как это будет происходить. Mm-hmm. То есть вот было задание, его сделали. Кто-то его сделал там за день, кто-то сделал его за неделю, например. Да? Mm-hmm. И открывается следующее задание всем только после того, как... Ну, когда, допустим. То есть Илья сразу открывается, быстро сделал следующее открылось. Вот это понятие. Да, да. Смотри, у нас на выполнение заданий, ну, плюс-минус, мы даем там определенное количество дней в зависимости от сложности и наполнения заданий. Кто-то выполняет быстрее, кто-то выполняет медленно. Но следующее задание для тех, кто двигается в тайминге, открывается вовремя. Вот, и он переходит к следующему заданию. Мы тестировали, ну, плюс-минус, как бы там можно было прийти в тайминге. Вот. То есть там, 3 дня на выполнение, кто-то выполнил, кто-то не выполнил, для него, соответственно, не открылось задание. Следующее задание, тот, кто выполнил, идет к следующему и выполняет его. Вот. Ну, вот в таком ключе. Типа чекпоинты у нас по датам будут расставлены в любом случае. А меня нормально слышно? Спасибо. Да, слышно, отлично. Угу. Все, вот. Ответил на вопрос? Ребят, не знаю, меня слышно, не слышно. Но с интернетом проблема, оказывается, по моей ссылке. Платить за интернет. Платил, но тут, конечно, с нами общаться очень сложно. Да, когда Таиланд вокруг, сложно общаться. Чего, кого? По-моему, у меня шумно, да, капец? Да. Ну, чтобы вы не беспокоились, Равиль возвращается раньше намного, чем я. Он 25 января, по-моему. Послушаю, обязательно там еще где-то отпишусь, все слышно на связи. Вот. Он более... скажем так, привержены к студии, приклеены к студии. В общем, он любит музыку, творчество, и у него много заказов. Вот, поэтому он вернется раньше. А я чуть-чуть... на самом деле, я сделал песню про Бали. Вот, я еще не нашел как бы конкретно операторов. Но если снимать клип, вот, то это не дешево, как бы, если нанимать оператора. Вот, я сейчас пытаюсь по партнерским программам договориться. Вот, я потенциально понимаю его широкий охват. В общем, такие планы, как бы, подснять клип, сделать подсъемы, ну, по ходу путешествий. Вот. Такие дела. Если еще у кого-то вопросы есть, задавайте сейчас, да. Да, слушаю. Лена, я включил тебе микрофон. Вот, у меня такой вопрос. Насколько я поняла, что-то там еще про группы было, про деление на группы. Угу. Или я правильно поняла? Да, все правильно. Я информацию кину по геймификации. Как это вообще, что это такое, какие у нас там правила. И попробуем поделиться. Если у кого-то там принципиальные какие-то возражения будут, пожелания, пожалуйста, давайте в чат пишите по пожеланиям. Вот, может быть, уже у кого-то какие-то пожелания есть. Мы как бы готовы, открыты, рассматривать. Но мы на свое усмотрение сделаем. Там немножечко давайте дадим времени на то,
то, чтобы как бы, понять вообще, насколько мы угадали. Ну, просто в прошлый раз мы уже всех знали и как бы типа ближе к концу сделали, но это менее эффективно, потому что не хватило немножко времени на, скажем так, на совместную деятельность. А здесь уже в группе мы уже совместно пойдем, уже вам будет друг с другом интереснее. Вот. И соревновательная практика добавится. Вот. Такая история. Есть? Ну, если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Равиль, дай напутствие хоть. А то вообще тебя не слышно, не видно. Симку пошел покупать. Небось, разорился там. Давай, попробуем. Просто я вообще планировал по поводу в течение нашей встречи сегодня сказать о том, что я не знаю, наверное, ничего тоже сказал. К нашему удивлению, были люди, которые, ну, почти, ну, как-то так очень неактивно принимали участие, да, и у нас вот с такими задачами, что делать, мы их дергали, мы ходили на связь, но мы поняли одну вещь, это как в спортзале, да, если кто там, какого хорошего тренера человеку не дай, если он тупо не начнет поднимать тяжести просто, да, ну, как бы мы ни старались, как бы тренер ни старался, ничего не произойдет. Поэтому с нашей стороны мы все прикладываем, но с вашей стороны поднимать тяжести нужно. Да? И тогда будет успех. Потому что успех есть у нас. Есть ребята, девчата, прогресс, который нас удивил. Да? Поэтому я понимаю, что большинство настроено на работу, 100%. Но есть пару-тройка человек, которые вот, почему-то так, ну, вот, в результате не сильно там были настроены. Поэтому тех, кто не сильно настроен, вот я хочу замотивировать, все-таки, ребят, давайте, поначалу немножко тяжеловато пойдет, но мы это дело раскачаем, и те, кто втянутся в процесс, они совершат просто потрясающие вещи, и, ну, которые удивят не только вас, но и даже нас, да, как наших преподавателей, мы сами просто слишком гордимся, что в первом потоке есть очень сильные ребята, с которыми мы сейчас вот будем продолжать действия наши. Ну, вот, вот все то, о чем мы говорили, и оно, к счастью, получается. Я надеюсь, что с каждым потоком у нас будут такие люди, которые превратятся в наших единомышленников, с которыми мы будем с удовольствием работать. Ну вот, как бы так. Да, и я чуть-чуть еще к этому, к слову, хочу добавить то, что очень круто, ну, мои наблюдения, кайфовать от процесса. Я думаю, что все уже, кто попробовал, ну, кто пишет, кто занимается, вот, кто там либо песню пишет, кайфует от процесса, либо на гитаре играет, кайфует от процесса, либо в секвенсоре сидит, кайфует от процесса. Вот мое напутствие – получайте кайф от процесса. Вот, это как бы, да, результат круто, но процесс тоже такой важный момент. И когда от него умеешь правильно получать удовольствие, результат оправдается обязательно. Вот такие вещи хотелось бы заметить. Ну что, ребят, мы практически 3 часа просидели без 10 минут. Вот, поэтому мы хотели пораньше. Завтра готовиться к мероприятию, поэтому я, с вашего позволения, пойду. Завтра запись будет. Выложу ее. И, ну, если кто-то захочет пересмотреть, you're welcome. То есть назову ее Hitmaker поток 1. Информацию по геймификации. И уже первое задание тоже завтра выкладывать будем. И погнали в путь. Вот. Я думаю, всем понравится, всем будет интересно, и у всех будут результаты. Я
желаю искренне всего этого вам. Да, Равиль? А Равилю желаю отдохнуть хорошенечко и вернуться в хорошем настроении и выполнить все заказы. И больше времени уделять нашим ребятам. Угу. Вот. Спасибо за встречу. Спасибо. Да. Спасибо, друзья. Все. Goodbye. Похлопаем себе за то, что мы такие клевые. Вот. Пока-пока. Пока.